Шановні депутати, шановні присутні, як ви знаєте, місто, ми всі з вами з перших хвилин трагедії робило і зараз робимо все можливе щодо ліквідації наслідків цього лиха. Ми не ставимо питання, чия власність, чия установа. Це наша спільна біда, і ми разом, всі органи влади і громадяни, маємо зробити все, що від нас залежить для ліквідації наслідків пожежі. А головне – уникнення повторення таких випадків у майбутньому. Я вважаю необхідним сьогодні почати нашу сесію до формування робочих органів, до переходу до роботи, с подробной информацией, что делал город. Многих интересует, что делал я лично. Я отвечу, что делал я лично с момента объявления пожара этой ситуации. Но мне хотелось бы, чтобы мы сегодня услышали доклад Павла Владимировича Вугельмана, где он, опираясь, подчеркиваю, исключительно на документальные данные и факты, поминутно, все, если говорить о всем, это бы не хватило нам сегодня целого дня, но основные этапы того, как работала городская власть, что мы делали, что делали наши подразделения, я хотел бы, чтобы Павел Владимирович сегодня нам доложил. Слово для більш детальной информации надается заступнику міського голови Вугельману Павлу Володимировичу. Уважаемый Геннадий Леонидович, уважаемые присутствующие, в первую очередь хочу принести свои искренние соболезнования родным и близким, тех, кто погиб в этой страшной трагедии, и тем, кто в ней пострадал. Для начала хочу рассказать общую информацию о здании и колледже, который в нем находился. Государственное высшее учебное заведение, Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Подчинение Министерства образования и науки Украины. По информации Департамента образования и науки АГА, в колледже зарегистрировано 153 работника, 468 учеников бюджетной формы обучения, 608 контрактной формы. Хотелось бы отметить, что получена точная информация касательно отопления здания по улице Троицкой. 26 числа поступила заявка на подключение к центральному отоплению. 27 числа по всем нормам было подключено здание, соответствовало температурному режиму. Никаких нареканий городским властям по работе системы отопления от компаний, которые находились в данном здании, не поступало. Также хочу опровергнуть все инсинуации касательно здания МБТИ. В результате пожара не пострадало здание МБТИ, которое находится во внутреннем дворе здания колледжа. С первых минут департамент городского хозяйства ввел уникальный документ, а именно поминутный протокол. Я хотел бы вам его представить. Итак, первая информация у нас была, что в среду с 8 утра сотрудники наших департаментов, ЖКСов, городских коммунального предприятия «Городские дороги» проводили плановый обход улицы Ришельевской и улицы Пушкинской. В 10:15 поступила информация про начало пожара от работающих поблизости сотрудников КП «Городские дороги»,
которые уже находились на то время на месте. Стоит отметить, что на пульт ДСНС вызов о пожаре поступил в 10:12, а прибытие на место было в 10:17. В 10:15 сотрудники департамента городского хозяйства информировали директора департамента и помогали на месте пожара. В 10:16 информировали КП ЖКС Портофранковский о пожаре и запросили информацию по балансовой принадлежности здания, наличии жилых помещений. В 10:18 созвонились с техническим директором ООО «Инфокс» по работе гидрантов. Получили информацию, что гидранты в рабочем состоянии обслуживаются ООО «Инфокс». 10:24 – звонок от КП ЖКС Портофранковский о том, что здание полностью нежилое, учебные помещения. 10:29 – звонили в патрульную полицию, просили срочно растаскивать припаркованные машины. 10:36 – звонили из ГСЧС «Палахач» с просьбой дать технику коммунальных предприятий, а также вышки. 10:37 – 10:39 – обзванивали все коммунальные предприятия. 10:42. Звонили главному врачу скорой помощи. Не хватает машин, много пострадавших. 10:49. Прибыла первая вышка от КП «Горзелентрест». 10:49. Проинформировали заместителя городского головы Вугельмана. 10:50. Проинформирован мэр города, который находился на малом исполкоме, который принимает решение выехать моментально на место событий. 10:50 сотрудники ГСЧС взяли вышку КП «Горзелентрест» в работу. 10:55 прибыли еще три вышки от КП «Горсвет», одна от КП «Горзелентрест» 32 метра и КП «Агет» одна. 11:00 прибытие на место группы быстрого реагирования, муниципальной варты и сотрудников спасательно-водолазной службы. Всего было привлечено 3 единицы техники и 12 человек. Были задействованы для оцепления места пожара, оповещение работников зданий, находившихся рядом, перекрытие улиц, оказание помощи при проезде специального транспорта. 11:00. Сотрудники департамента городского хозяйства и КП «Городские дороги» организовали вместе с муниципальной стражей и прохожими выполняли работы по уборке машин и прилегающей территории. 11:01. Площадь пожара составила 1000 метров квадратных. 11:05. На место прибыла детский городской голова с заместителем Вугельманом и директором департамента городского хозяйства Жеманом. 11:10. Создан оперативный штаб города на месте происшествия. 11:10. Прибыли еще 4 вышки от КП «Одесгорсвет», «Горзелентрест». 11:12. Прибыла одна вышка «Одесоблэнерго». 11:30. Прибыла дополнительно одна вышка «Одесгорзелентрест». 11:31. В распоряжении ГСЧС всего 10 вышек коммунальных предприятий города. 11:35. К месту возгорания прибыл представитель областного управления образования. 11:39. По просьбе ГСЧС отключили электроэнергию в соседних домах. 12:45. Техника КП продолжает работать возле горящего здания. 15:15. Часть вышек отпустили. 16:00. Остались работать одна вышка «Горзелентреста». 16:30. Отпустили последнюю вышку. 17:00. Поручили КП «Городские дороги» произвести посыпку тротуаров и проезжую часть улицы Троицкой и улицы Осипа песчаной солевой смесью в связи с резким понижением температуры наружного воздуха. Это вы прослушали протокол, оперативный протокол первых часов пожаров, который вел по поручению департамент городского хозяйства. Особо хотелось бы отметить героизм оператора вышки КП «Горзелентрест» Александра Трандафира, который одним из первых прибыл на место происшествия и единственный, кто въехал во внутренний двор, благодаря чему спас несколько жизней. Одну секунду, Павел Владимирович, верните слайд. Я хочу на этом месте особо сосредоточить ваше внимание. Вот стоит во дворе, в самом эпицентре, стоит наша вышка «Зелентрест» и работает, как Александр управляет подъемником. Вы видите в корзине подъемника спасателя. Он как поднимал спасателей, так и помогал эвакуировать там людям, которых забирал туда. На крайнем снимке вы видите как раз арку и уже видите полностью задымленный двор. Когда мы прибыли к месту, это было 11:05, как сказал Павел Владимирович,
вместе с Дмитрием Жеманом, который подошел ко мне и говорит: Геннадий Ильич, он просто может сейчас надышаться угарным газом и потерять сознание. Он работает без систем защиты, снабжения кислородом, без, по-простому говоря, без противогаза. Хотя противогазы в данных случаях не помогают, без системы дыхания. Мы зашли в эту арку, подошли к этому месту с Дмитрием Жеманом, с Павлом Угерманом. Отбежали, Геннадий Алексеевич. Забежали, да, с Олегом Брендаком, депутатом горсовета. И дальше нас просто не пускали. Я говорю: тогда обеспечьте безопасность нашему сотруднику, который наотрез отказывался уходить с места работы. Дышать там было невозможно. В течение где-то минут 20 мы все-таки нашли систему для дыхания, его обеспечили, и он продолжал работу до того момента, пока просто находиться стало там невозможным для всех абсолютно. Вот примерно когда ситуация, вы видите, как горела на левом снимке, и стоящую в этом эпицентре вышку Одесского городского предприятия, коммунального предприятия. Это ответ многим тем, кто спустя 4 дня трагедии приехали и задавали вопросы. У них совести хватило задавать вопросы, что 3 дня ничего не делала городская власть. Мы к этому вернемся позже. Продолжайте, Павел Ильич. По распоряжению мэра города начал действие оперативный штаб города. В помещении Проминвестбанка по адресу улица Пушкинская, 36, был организован временный пункт размещения членов семей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Организовано оказание психологической помощи, питания. Силами коммунального учреждения муниципального арта осуществлялась охрана общественного порядка. 4 декабря 16.00 получили информацию об обвале крыши. По состоянию на 19.00 4 числа, по информации Департамента здравоохранения Одесского городского совета, в лечебных учреждениях города находится 28 пострадавших. А в неочередном заседании комиссии по вопросам техногенной безопасности исполнительного комитета проинформировали руководителей исполнительных органов. Совещание было назначено на 8 часов вечера. В 7 часов вечера все участники прибыли на место заседания комиссии. В заседании комиссии принимают участие все правоохранительные органы, зампрокурора области, замгубернатора. 7 часов вечера. 19 часов 4 декабря. Правильно, Павел? Да. 20 часов 11 минут. Было издано распоряжение городского головы об определении 5 и 6 декабря днем траура. Примерно в 20:30 было закончено заседание. Я буду вас перебивать, дополнять. Что было сделано на заседании в 19 часов оперативного нашего штаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям? В этот день оперативный штаб, который находился на месте трагедии, получил список всего необходимого, что нужно для работы подразделений ДСНС и других подразделений, в том числе следственных групп для обеспечения всего, что нужно делать на месте трагедии. Мы зачитали этот список, все получили в 19 часов задание, к 7 часам утра была поставлена задача сконцентрировать технику, подъемные краны, грузовики для вывоза и для проведения уже дальше спасательной операции. Что было сделано в этот вечер? По докладу заместителя Петра Моисеевича Рябоконя, в 7 часов утра 5 декабря он мне доложил о том, что вся техника, которая была заявлена подразделениями ДСНС, и в том числе и теми оперативными группами, которые начали проводить следствие, в наличии и стоит в месте трагедии. Что мы выполнили в полном объеме 5 декабря в 7 часов утра. Продолжайте, пожалуйста. Все было запротоколировано в рамках поручений заседания комиссии ТЭП. В 22:19 был проведен штаб в здании Проминвестбанка.
Организована работа ДСНС, медиков, правоохранительных органов, психологов и структурных подразделений Одесского городского совета. Родственников пострадавших было обеспечено пищей, водой, чаем и кофе. 23.16. Было проведено отселение жителей домов номер 17 и 19 по улице Троицкой. 23.50. Был проведен штаб с главой ДСНС в Одесской области, заместителем прокурора Одесской области, заместителем начальника ГУНП в Одесской области, ГСЧС и прочими. В течение ночи, с 4 на 5 декабря 2019, оперативным штабом было организовано целый ряд мероприятий, исходя из протокола комиссии ТЭП, о котором я в дальнейшем хотел бы рассказать в рамках действий каждого конкретного подразделения Одесского городского совета. Во время ликвидации пожара оперативным штабом Одесского городского совета были поставлены задачи и выполнены следующие поручения по подразделениям. Департамент городского хозяйства совершил эвакуацию людей из ближайших домов и нежилых помещений силами ЖК «Спартафранковский». Задействована специальная техника «Одесгорэлектротранс», «Одесгорсвет», «Горзелентрес» в количестве 9 электромонтажных вышек и автолестниц, которые обеспечивали подъем сотрудников ДСНС на высоту 32 метра. Аварийными службами было отключено газоэлектроснабжение района. Были спилены 3 аварийных дерева и организован вывоз мусора и веток на полигон твердобытовых отходов, который начал охраняться силами муниципальной варты и нацполиции. Демонтированы линии ОГЭД и светильники. Департамент муниципальной безопасности осуществлял полный анализ, сбор и обработку всей первичной информации, обеспечение безопасности, а также предоставлял помощь личному составу ДСНС и предоставлял всевозможную помощь. Департамент транспорта вместе с сотрудниками патрульной полиции организовывал перенаправление движения общественного транспорта от места происшествия, организован регулировка движения, окружение района, уборка личного автотранспорта, а также оказание помощи сотрудникам ДСНС. Департамент здравоохранения. Все учреждения были переведены в особый режим работы. Была предоставлена вся необходимая техника, медпрепараты. И также Департамент здравоохранения информировал о состоянии пострадавших каждые полчаса. Департамент образования и науки. Организована эвакуация детей из прилегающих к месту чрезвычайной ситуации, школы номер 39, а также департаментом было поручено получить списки персонала и студентов колледжа от МОН Украины и предоставить штатных психологов для помощи родственникам пострадавших, работавших в течение ночи с 4 на 5 декабря. Департаментом труда и социальной политики было предоставлено штатных психологов для помощи родственникам, а также было поручено предусмотреть финансовую помощь семьям пострадавшим и погибших. Департамент информации и связи с общественностью городского совета было обеспечено информирование населения города о чрезвычайной ситуации, пострадавших, а также меры, которые принимались во время ликвидации пожара и новые схемы движения городского транспорта. На 2 часа ночи, 5.12, оставался нерешенным один вопрос. МОНом Украины не предоставлены списки персонала и учащихся колледжа, которые могли находиться внутри здания во время пожара. Списки от МОН были получены утром 5 декабря. 5 декабря 2019. 00.47. Департаментом транспорта связи организации дорожного движения совместно с полицией было принято решение об открытии движения по улице Пушкинской. В 7.10. В Одессу прилетели 2 борта самолета сотрудника спецотряда САР Украин и специализированным оборудованием. Данное спецподразделение может работать в особо опасных условиях. 8.32. В СМИ впервые были проинформированы о пострадавших и погибших. 9.54. В сети Facebook на странице ДСНС Украины было обнаружено ложную информацию об отсутствии обеспечения спасателя экипировкой, едой и тому подобное. Эта информация была полностью опровергнута на месте, но она вызвала столпотворение неравнодушных одесситов, сильно осложнив работу. Пост ДСНС в Фейсбуке впоследствии был удален. 10.00. Начало заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности в Одесской области.
Одесской областной государственной администрации. В 12.00 5 числа создан штаб области. 13.30 обновлен список пострадавших. 15.32 совместно с Красным Крестом прямо на месте обеспечен обогрев и питание личного состава ДСНС и родственников пострадавших. Личный состав ДСНС и привлеченные муниципальные специалисты, задействованные в ликвидации последствий ЧС, обеспечены одеждой и материалами. До этого семьи пропавших питались в оперативном штабе «Проминвестбанк». Сотрудники ДСНС кормятся в заведениях города. 15.41. Проведено оперативное совещание штаба с участием заместителей городского головы и городского головы, докладывали о текущей ситуации. 16.34. Совместно со строителями, экспертами и правоохранителями проведено совещание в оперативном штабе. 16.47. Электро- и газоснабжение близлежащих домов полностью восстановлено. 17.10. Активистами. Хотелось бы особенно остановиться на этом моменте, потому что это одна из первых провокаций, которая происходила. Активистами, представившимися помощниками народных депутатов, было принято несколько попыток спровоцировать мэра, его заместителей, сотрудников ДСНС, национальной полиции, а также родственников пострадавших. В частности, во время личной беседы городского головы с родственниками активисты агрессивно вмешивались в разговор, снимали на недопустимо близком расстоянии к лицу и после этого смонтировали видео и выложили в интернет склеенные части видеосюжета. 6 декабря в 11.01 обновлен список пострадавших. 11.010. Работа общественного транспорта по улице Пушкинска восстановлена в полном объеме, в том числе движение троллейбусов. 14.37. 6 декабря. Совместно с Красным Крестом, волонтерами и неравнодушными одесситами продолжается обеспечение личного состава ДСНС по ликвидации последствий ЧС и привлечением к ним питанием и всем необходимым. 15.28. Заместителем городского головы, директором департамента финансов Бедрегой Светланы Николаевны было организовано посещение всех пострадавших в больницах. 20.19. Была утверждена и привлечена новая организация по обслуживанию, которая называется «Новая жизнь. Христианская миссия» совместно с нашим коммунальным предприятием «Центр экологической безопасности» организовано питание и обеспечение личного состава по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций всем необходимым. То есть, если ранее питание сотрудников ЧС, МЧС, ДСНС осуществлялось в ресторанах, то сейчас оно уже организовано на месте для более эффективного использования времени. 7 декабря, 00.54. Для помощи спасателям городскими властями был предоставлен кран с вылетом стрелы 65 метров и грузоподъемностью 160 тонн. Дополнительно место трагедии были закрыты забором с целью недопущения посторонних лиц. Это было сделано по просьбе ДСНС в целях безопасности. 7 декабря, час 09. В СМИ появляется информация, что городскими властями не дается работать Красному Кресту. Довожу к вашему сведению, что по регламенту организации они могут работать на месте не более 60 часов, а далее передают полномочия другим общественным организациям и местным властям, что и случилось вечером 6 декабря. На слайдах вы видите журналиста, который опубликовал, он слева находится, который опубликовал недостоверную и провоцирующую информацию в средствах массовой информации, что повлекло серьезные последствия. Далее вы видите выложенные в сети два видеосюжета, на которых руководитель Красного Креста Евгений Жариков сообщает о том, что за день до того, как Красный Крест уходил с объекта, он предупредил городские власти и осуществил плавный переход всего обслуживания ДСНС, лиц пострадавших, их родственников, городским властям, полностью опровергнув информацию журналиста.
13:00 продолжается доставка дополнительного оборудования. 19:00 провокационная акция «Халатность убивает». Организатор неизвестен. Также группой лиц было принято попытку зайти на обособленную закрытую территорию ликвидации последствий ЧС. В рабочем порядке сотрудники национальной полиции не допустили этого. Одесситы оценили эту акцию как вопиющей. 22:25. Полностью восстановлено освещение по улице Пушкинской. Это было крайне тяжело сделать, но в 22:25 полностью освещение восстановлено. 22:32. Совещание руководства штаба города с спецподразделениями ДСНС. 8 декабря 2019. 11:22. Продолжается обеспечение личного состава ДСНС по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, питание и все необходимое. 12:20. Продолжается координация всех причастных структур на месте трагедии. 13:32. На место происшествия прибыл премьер-министр Украины Алексей Гончарук. 14:00. Совещание в облдержадминистрации под председательством премьера. 16:32. Аварийно-спасательные работы не прекращаются. В настоящее время спасательные обеспечены всем необходимым. Открыты расширенный пункт кормления для спасателей прямо на месте. 18:05. Бесперебойное обеспечение спасателей, медиков, психологов и волонтеров продолжается силами подразделений городского совета и силами привлеченных предприятий. 21:21. Продолжается обеспечение питания. 9 декабря. 9:00. Доклад о состоянии дел за 5 дней ликвидации последствий ЧС. На аппаратном совещании всеми руководителями структурных подразделений города Одессы. В 10:55 спецоперация продолжается. 11:00. По заказу Управление капитального строительства был разработан проект производства работ по демонтажу аварийной части стены дворового флигеля по адресу улица Троицкая, 25. Инженером-проектировщиком Подольским, а также ООО ВБК «Альянс», а к демонтажу привлечена сторонняя организация ЧП «Геврих». 12:44. Продолжается обеспечение питанием, спецодеждой и всем необходимым для участников спецоперации. 20:18. Доставили на место проведения работ дополнительную одежду для спасателей, а также специальную одежду для следователей. 23:00. Совместно с Одесской областной государственной администрацией было доставлено на место более 1000 тюков соломы для амортизации и демонтажа аварийной части стены. 10 декабря. 10:30. Заседание правительственной комиссии под председательством заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. 11:00. Продолжаем обеспечение спасателей всем необходимым. С 12:00 начаты работы по демонтажу стены здания и продолжается до конца дня спецоперация. Уважаемый Геннадий Леонидович, уважаемые присутствующие! Я хотел бы, как вы сказали, озвучить все те благодарности и всех тех людей, которые принимали участие и принимают, и будут продолжать принимать участие в спецоперации, невозможно. Я хотел бы отметить те организации и компании, которые просили их не называть, и тех участников, которые были на месте эти дни. Список отелей, которые предоставляли помощь пострадалым, пострадавшим в результате трагедии. Отель «Дерибас», «Айвазовский», ОК «Одесса», «Аркадия», «Женева», «Хостел Тима», «Лондонская», «Континенталь», «Бристоль». Список общественных организаций, которые предоставляли помощь. «Красный крест», «Почни себе», «Нове життя», «Я одессит», «Хелп Одесса», «На благо Одесса», «Территория закона» и многие другие. Также хотелось бы отметить список коммерческих предприятий. Держпредприемство «Администрация морских портов Украины» и лично «Райвис Ветска-Ганс».
Одесское областное товарищество Красного Креста, Одесская православная церковь, городской голова города Южного Новацкий, клиника Интасана, частное предприятие Проминвестбанк, товариство Телетек, представительство Resoil SA вместе Одессы, товариство Новолог, компания МТС, телекоммуникационная компания Вега, кафе Артмангал, кафе Дружба, магазин Кабанчик, ресторан Мимино, пиццерия Пицца Гриль, китайский ресторан Ван Дун Ху, бар Пивная, ПП Агентство развития, Автотранс Украина, ПИК Строй, кабельный завод, пробирная инспекция, завод Стальканат, кафе Альпина, кафе Жардин, Сити Буфет, Молодость, Альмезе, Бумбар, М1, Штрудель. Особо хотелось бы отметить волонтерские организации. В оперативном штабе в банке находились волонтеры из числа студентов, которые учились в данном колледже. Чтобы перечислить их список, не хватит ни одной сессии городского совета. Я думаю, каждого из них мы отметим отдельно. Особенно хотелось бы отметить Килюшек Анастасию, которая несколько суток не спала и получила воспаление легких, а также отравление. Особенно хотел бы отметить депутатов городского совета, которые приходили, начиная с первых минут и в первую ночь пожара и трагедии, приходили в оперативный штаб и помогали всем возможным. Депутат Палпатин, Шеремет, Кисловский, Ясинович, Избаш, Варава, Брендак. Я прошу прощения заранее, если кого я не всех называю сейчас. Также хотелось бы особую благодарность выразить так называемым диггерам и экс-депутату Беляеву, а также Максиму Бараницкому, которые осуществляли всю необходимую поддержку и консультирование касательно одесских катакомб и входу по всем вопросам проникновения туда. Ну и, конечно же, хотелось бы выразить колоссальную благодарность, искреннюю от всей души, всем тем одесситам, которые ежесекундно помогали и приходили на помощь. Доклад окончен. Спасибо.